Вот. Сегодня ушло две бетономешалки по 9 кубов. Как водитель бетономешалки сказал, каждая такая бетономешалка весит вместе с машиной около 50 тонн. То есть 40 тонн получается сам бетон. То есть вот здесь мы сегодня залили 80 тонн бетона. Я правильно считаю? Каждая бетономешалка 40 тонн самого бетона, да? 50 тонн вместе. С машиной. Машины, да. Вот он, Марине сказали, что вот сам бетон 40 тонн, вот. Каждая бетономешалка. Ну, да. Получается, 80 тонн залили. Вот это подушка. Ну, постоит домик, должен, да? Да, конечно. И Марина сейчас поедет, привезет два мешка цемента, чтобы еще вот так оставшиеся досыпать, выровнять все. Давай, да, сейчас. Вот сюда нагребайте еще, нагребайте, нагребайте. Вот, кстати, это... туда главное вывалим. Держи. Кирилл уже не проваливается. Держи, держи. Я как Петр по цементу скажу. Сейчас, давайте еще нагребайте. И с погодой повезло, да? Не дождя. Да, да, да. Дождь пролил прямо перед этим. Да, да, он все промочил. С Божьей помощью. Да, на этом месте Марина планирует поставить печь. Максимально хочет сделать автономный этот дом, чтобы даже если какие-то катаклизмы, можно было бы отапливать подручными средствами. Знаешь такой анекдот? Домой. Прямо в ванну. Ну, анекдот такой, знаешь? Кирилл, помой вибратор. Да, сюда надо шланг. Почему шланг убрали отсюда? Сюда шланг принеси, и вибратор надо помыть. Ты шланг сюда протяни, к сливу. Вот,